Игра Pokemon Go с каждым днем набирает все больше обороты. И пока ты радуешься Пиджота, кто-то выкладывает фотографии своих бластойзов 2000 уровня в Инстаграм и собирает море лайков. А кто-то даже продает аккаунты на eBay. Встает резонный вопрос. Как? О том, как быстрее достичь таких высот в игре Pokemon Go, и будет этот ролик. В игре вы получаете опыт за множество действий, включая поимку покемонов, обход покестопов и сражения на арене. Но этого явно недостаточно, чтобы быстро прокачаться. Поэтому стоит прибегать к следующей стратегии. Отлавливать всех покемонов. Особое внимание уделять Пиджи, Свидалс и прочим покемонам, на эволюцию которых нужно минимальное количество конфет. Копить достаточное количество конфет. Далее активируйте яйцо удачи и делайте подряд несколько эволюций. При особой сноровке за полчаса действия яйца вы сможете сделать 50 эволюций, что даст вам 50 тысяч опыта. Неплохо, правда? К сожалению, это фактически единственный честный способ прокачаться. Ибо до 15 уровня на арене много не заработаешь. Большая часть новых покемонов будет найдена, и вы перестанете получать от них опыт. А покестопы все пешком не обойдешь. Так что вот вам нечестный способ. Заходите с компьютера в эмулятор Android Nox, устанавливайте игру Pokemon Go. Если не разберетесь, как это сделать, смотрите следующее видео. Выбирайте в нем расположение пляж Санта-Моники, это город внутри города Лос-Анджелес. Скачивайте игру Pokemon, лучше всего завести новый аккаунт. И приступайте. Нам нужно стараться не ловить всех покемонов, а прокачаться до 9 уровня, используя покестопы, арену, ловя несколько видов покемонов. Определите для себя 3-4 вида самых распространенных покемонов, ловите их и эволюционируйте. Остальных покемонов не трогайте, это очень важно, они нам потом пригодятся. За ап 9 уровня вам дадут одно яйцо удачи. К этому моменту у вас должно быть открыто не более 5 видов покемонов, а в рюкзаке не менее 150 покеболов. Активируйте яйцо и начинаете ловить исключительно тех покемонов, которых у вас нет. Если все будете делать правильно и быстро, то с 9 уровня вы поднимете сразу 15, а то и 16 уровней. За 10 уровень вам дадут еще одно яйцо удачи, не торопитесь его использовать. Накопите как можно больше конфеток для эволюции. В этом регионе есть 4 вида покемонов, которые встречаются очень часто, так что вам даже ходить не придется. Встаньте между тремя Встаньте так, чтобы рядом было 3 покестопа. И фармите на здоровье. Как только накопите ресурсов на 50 эволюций, это немного займет не более 3 часов, активируйте еще одно яйцо удачи и делайте эволюции, за что получите еще около 50 тысяч опыта. Повторите 2-3 раза, и у вас будет 20 уровень. На прокачку с 1 до 20 уровня у вас уйдет один день. Один день, Карл! Если вы еще сможете настроить макросы, чтобы автоматизировать этот процесс, то дальнейшая прокачка будет идти еще проще. А если не сможете сами, то... Поставьте лайк видео, и я объясню, как это сделать. А теперь о том, как избежать кары. Разработчики игры не дураки, и многие вещи предусмотрели, но и мы не пальцем деланы. Чтобы избежать бана, нужно создать новый аккаунт. У вас не должно возникнуть проблем, если вы будете качаться подобным способом на новом аккаунте. Не ходите слишком быстро, иначе игра будет думать, что вы едете на машине и не будет засчитывать расстояние, да и покемоны попросту не будут успевать обнаруживаться. Ходите сложными траекториями, не нужно нажимать по 100 раз на одну кнопку, это неестественно. Дайте аккаунту отдохнуть. Однажды вам надоест, и вы захотите походить по городу в реале и похвастаться перед друзьями прокачанным аккаунтом. Так вот, прежде чем войти в игру на телефоне, не заходите в игру день, а лучше два. Тогда все пройдет гладко. Ну вот и все, друзья. Если знаете способ лучше, напишите о нем в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Удачной вам ловли покемонов. Bye.